Здравствуйте, вот заказали домкрат Time Trial DT3, получили по почте, сейчас будем использовать. Надуваем. Надуваем с компрессора. Не с автомобильного, пробуем с гаражного, чтобы сэкономить время ради эксперимента. Да. Поднимаем Subaru Legacy. Подняли на практически 50 сантиметров от земли, переобуваемся, меняем колеса, очень удобно. Нагинаться абсолютно не надо, все делается прям вот так. Начинаем опускать машину, нажимаем, стравливаем клапан, машина опускается. Шесть секунд, машина опустилась. Можно это, конечно, делать немножко помедленнее, поаккуратнее, но мы как бы сделали вот так и без проблем. Торопимся. Никуда не торопимся, просто вот так вытащили. На всякий случай эту сидушечку подкладывали все-таки для того, чтобы об углы и об что-то там не порезалось ничего. Ну, как бы вот так. Очень удобно, хорошее, на удивление.